Я немного покажу тебе, на что я способен. Так что покажи мне в этом бою все, на что ты способен. Ты хочешь сказать, что все это время ты не дрался всерьез? Супердвижение. Серьезные серии. Я чувствую, что грядет что-то ужасное. Серьезный. Переворот стола. А, поверхность земли улетела в небо. Это Кинг сама, учитель Сайтама. Какого черта с землей? Ему что, наплевать на безопасность людей? Кажется, я не достоин быть монстром. Неужели он думает, что может атаковать меня слепых зон, разбросав этот хлам? Минуточку, что-то не так. Чувство, будто я летаю. Как долго я нахожусь в воздухе? Теперь вижу, какая невероятная сила. Как он смог поднять землю на такую высоту? Прежде чем начать бой, я уже знаю, что ты вроде как сильный. Я бы даже сказал, очень сильный. Но это не точно. Вот почему я устроил эту сцену. Можешь играть сколько хочешь. Играть? Все, что только что было, для тебя это было забавой? Это первый раз, когда монстр так легко обошелся со мной. Я не могу видеть насквозь. Гарроу, в любом случае, я надеру тебе задницу. Попробуй. Сразимся в эту воздушную ночь. Твоя сила и скорость делают тебя зверем, с которым нужно сражаться. Но у тебя нет опыта в технике боя. Я с легкостью могу прочесть движение такого конченого любителя, как ты. Этот парень, кажется, он ученик Бенга. Стойка, точка зрения, модели движений и центр тяжести, мышечное напряжение, дыхание. Сочетание всего этого подскажут мне твой следующий шаг. Невозможно избежать твоей атаки с помощью рефлексов. Но я уже уклоняюсь до того, как ты нападешь. У тебя нет шансов на победу. Разница в нашей боевой технике определяет результат. Так покажи мне свою боевую технику. Двойная комбинация обычных ударов. Он только что подавил мою атаку истребителя богов грубой силой. Что ж, попробуй собственный удар! Удар этого парня обладает непревзойденной силой. Я изо всех сил старался парировать, но все равно получил урон. Столкнувшись с лучшими техниками бокса, которые я позаимствовал у лучших из всех остальных, это удивительно, что он на такое способен. Хотя эти травмы для меня ничего не значат. Пока я сосредоточен, они мгновенно восстановятся. Хоть ты и силен, у тебя все еще нет шансов на победу. Когда ты встретишь меня, который прошел бесчисленное множество испытаний и стал идеальным монстром, независимо от того, какие бы атаки ты ни совершил, я буду обезврежен
удерживать их одну за другой и давать отпор. После того, как я одолею тебя, мир погрузится в бездну страха, и я стану воплощением отчаяния. С тех пор в мире не будет лицемерной справедливости. Я разорву всю несправедливость на куски под своим контролем. Я монстр Гарроу. Достаточно. То, о чем ты говоришь, одиночество. Такая история, как маленькая игра, в конечном итоге превратила тебя в большого злодея. Перестань вешать флажки неудачников. Ты продолжаешь говорить, что позволишь миру погрузиться в страх. Но из-за такого плохого поведения ты не выглядишь монстром. Либо я, либо С-класс. Ты всегда останавливаешься в последнюю минуту. Так вот, кем ты хочешь быть? Кем я хочу быть? Стать абсолютным злом! А? Он использовал магию? Тебе такое? С моей мгновенной вспышкой у тебя нет времени на реакцию. Было немного неудобно, когда я впервые вышел из атмосферы. Но сейчас я уже привык к этому. Мое тело развивается, как и моя сила, которая растет. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты пробудил мой потенциал. Это действительно хорошо. Не может быть. Видимо, ты все же можешь это сделать, если станешь серьезным. Отлично. Только такие бои и могут доставлять удовольствие. Неужели еще нет никаких новостей с фронта? Если эти поверхности упадут обратно на землю, все будет кончено. Немедленно свяжитесь с металлическим рыцарем и доктором Бафой. Где находится Бласт? Почему он до сих пор не появился? Неужели это предсказанная катастрофа? Уровень угрозы божественный! Супердвижение. Череда обычных ударов ногой. О, черт! Этот лысик! Как я могу сейчас? Вот так здесь проиграть! Не трогай мою голову! Это твоя боевая техника! А, красная почва? Это Марс, что ли?
Что это был за громкий шум? Он падает! На этот раз мы действительно обречены. Подождите. Спутник показывает это. Что это такое? Вылетевшие поверхности Земли были только что сброшены. Это способность. Это бласт. Мы спасены. Какая большая беда. Старик, ты действительно крутой. Не мог бы ты оказать мне услугу? Говори. Пожалуйста, помоги мне не разрушать все вокруг, когда я сражаюсь с монстром. Эй! Я могу избавиться от ассоциации монстров в одиночку. Не кради мою идею, Б-класс. А теперь... Где они могут быть? А? Так далеко от Земли? Огромная благодарность автору данной анимации MMC Animator. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Что ж, анимация вышла безумно крутой. Диалоги, сама рисовка, все на высоте. Мне лично очень понравилось. Напишите свое мнение в комментариях. Интересно будет прочитать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.